Тверская молодежь поддержала почин старших товарищей. 18 медалей привезли наши юноши и девушки с первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Причем большая часть наград – золотой пробы. Роман Быков пообщался с победителями. Сейчас они весело переговариваются между собой, вспоминая перипетии юниорского чемпионата. А еще недавно им приходилось, что называется, все жилы из себя тянуть, чтобы добиться победы. Особенно отличилась Татьяна Силаева. В ее активе 6 наград, из которых сразу 5 золотые. Девушка признается, что каждая медаль далась непросто. Программа была тяжелая, особенно 26 числа, по-моему, было полностью 200 метров, то есть... Я с своей напарницей гонялась, много экипажей, мы только и успевали, что пересаживаться в лодки, то есть еще была одиночка в этот же день, терпели как могли. В итоге Татьяна 4-жды становилась сильнейшей в составе двойки и четверки на дистанциях 200 и 500 метров. Кроме того, первенствовала в эстафете, плюс серебро в одиночке на 200 метрах. Всего же сборная Тверской области на этих соревнованиях, проходивших в городе Энгельс Саратовской области, взяла 18 наград. Из них 10 золотые, причем 8 на счету девушек. И это при том, что всего было разыграно 39 комплектов. По итогам соревнований мы заняли второе командное место. Ну, учитывая, что сезон достаточно был скомканный, то есть много соревнований было пропущено, я считаю, что это достойный результат. Конечно, это результат совместной работы и спортсменов, и тренеров. Несмотря на то, что календарь соревнований текущего года у гребцов фактически закрыт, спортсмены скоро начнут подготовку к новому сезону. Вот эти юниоры, например, к спартакиаде молодежи России. Ведь путевки туда распределялись именно на минувшем первенстве страны.